В выставочном зале «Экспо Одинцова» на улице Маршала Неделина, дом 2, открылась ярмарка «Приятного аппетита». Лучшие отечественные производители продуктов питания и напитков вновь представили жителям Одинцовского округа деликатесы самого высокого качества. Ассортимент, как всегда, поражает разнообразием. Рыбные, овощные консервы, колбасы, фрукты, соленья, сладости, ароматные специи со всех регионов России. Для хозяюшек посуда и много других полезных вещей. И все это великолепие можно приобрести по выгодным ценам. Продавцы не скупятся на скидки. Важно отметить, о безопасности в центре позаботились на все 100. Продукция прошла тщательную проверку, в зале работает ветврач. Для посетителей предусмотрены санитайзеры. В обязательном порядке соблюдаются социальная дистанция и масочный режим. За этим здесь следят очень строго. Вкусная и безопасная ярмарка «Приятного аппетита» будет работать до 25 октября. Спешите порадовать себя и своих близких.